Всем привет! И в этом видео мы с вами распакуем вот такую вот огромную коробку из Америки. Здесь, конечно же, куколки наши любимые. И перед началом хочу сказать, что на моем Бусти начался новый розыгрыш. Вы можете выбрать одну куколку из двух, то есть вот, вот так будет правильнее. Это Sunshine либо Moonlight. Вот такие вот классные девочки Лол, очень красивые. Если хотите поучаствовать, то ссылочка на мой Бусти под видео. И, конечно же, хочу сказать огромное спасибо моим действующим бустерам за вашу поддержку. На экране ваши ники. И отдельно хочу выделить подписчиков третьего уровня. Это Мусечка и Лунная Соната. Спасибо вам огромное. И мой самый богатый подписчик, это, конечно же, Мелисса. Второй месяц меня уже поддерживает. Передаю тебе огромный привет. Ну что ж, с бустерами мы разобрались. И давайте, наконец-то, откроем. Я вот прям только-только ее забрала с Боксбери. Как я заказываю из Америки, я вам уже рассказывала в предыдущем видео, так что заглядывайте. Итак, что же мне пришло? Кстати, коробка из Walmart, но у меня здесь из Walmart ничего нету. А, я, по-моему, вам не показала ее в полный размер. Вот такая вот она. Ну, достаточно большая. Итак, смотрим. Вы уже видите первую куколку. Остальное не буду палить пока что. И это у нас Фелиция. Позор мне, я до сих пор не распаковала ни одну девочку из этого перевыпуска. У меня есть они все вчетвером. Это у нас Фиона, Тиана... Как ее зовут? А, тут написано. Дана, Тиана, Фиона, Фелиша и Коби. Ну, Коби мы не берем в расчет. До сих пор они у меня стоят в коробках. Что-то все никак руки не дойдут их распаковать. И на Амазоне они продавались по очень хорошей цене, по 13, что ли, долларов. И я решила взять еще одну Фиану. Я хочу одну оставить вот в этом образе, в таком тепленьком. А вторую переодеть в пижамку, которую я купила на Алиэкспрессе. Вот здесь размещу фотографию. Очень классная пижамка, и как раз для этой пижамки по цвету здесь есть запасные ножки, такого тоже красивого фиолетового оттенка. Та пижама была у первого оригинального выпуска, поэтому я хочу их две в разных аутфитах. Эту я, наверное, оставлю с косичками, а другую распущу и, возможно, даже выпрямлю волосы. Короче, очень классная куколка по макияжу, ровненькая, да, все хорошо, губки не стерты, все супер прям. Шикарная дама. Я, конечно же, хотела бы себе вот это вот праздничное, но сейчас она редкая и стоит очень дорого. Очень жалею, что не купила ее на старте. Так, продолжаем. Видно? Ой, тут какая-то коробка. Вы не видели? Так. Кстати, тут оказывается совсем мало кукол. Что-то я думала, там побольше. Вот такая вот коробка. Видимо, с eBay. Что у нас пьют американцы? Argan Planet Protein, 20 грамм, короче, шоколадное молоко, Creamy Chocolate. Вот, смотрите. Да, что в Америке только нету, протеиновое шоколадное молоко. Так, мне интересно, вскрывали на складе эту коробку или нет? Так. Пупырочка. Так, тек. Походу не вскрывали. Может быть, доставали посмотреть. Так, вы уже поняли, что там может быть? Фух. Очередная Барби 2000-х. И опять коробка идеальная. Вот какого фига? А, я так рада! Это очередная моя мечта. До этого я вам показывала, что мне пришла еще вот такая вот Барби с eBay с кармашками. И она тоже в идеальной коробке. Меня так жаба душит ее распаковывать. Здесь также коробка идеальная. Ну вот что мне с этим делать? Они, кстати, очень похожи. У них как будто и молды одинаковые, и тела одинаковые. Вот такие вот девчоночки. Это у нас серия
под сайн. У Барби здесь есть собачка, она полностью белая, но есть дополнительные пятнышки на бумажке, которые можно наклеить на эту белую собачку, и она станет далматинцем. Вот такое вот, вот мошенничество собачье. Это серия из трех кукол, также есть афроамериканка, это, наверное, Кристи в зеленом, и Тереза в голубом. Классно было бы собрать всю серию, но пока что я взяла самую главную, это Барби, на eBay их очень много, по хорошим ценам. Свою я, например, купила всего лишь за $13 и $12 доставка, то есть вообще супер. Здесь Барби, конечно же, в розовом, и мне очень нравится ее макияж с бледно-розовыми губами. Также мне очень нравится ее беретка, я обожаю угол в головных уборах. И у нее суперские гольфики и очень крутые такие, знаете, трендовые туфли из 2000-х с объемным каблуком и толстенной подошвой. Короче, коробка не идеальная, как же мне жалко ее будет распаковывать. Но все-таки, наверное, я ее достану. И тоже эту Барби я постоянно наблюдала в журналах по Барби. И она у меня так засела в голове, когда я ее увидела где-то на просторах интернета. Я добавила ее себе в виш-лист, и вот, наконец-то, она у меня. Так, идем дальше. Так, самое крутое оставлю напоследок. Ну, тут вы уже видите, здесь у меня еще две спектры. Кто смотрел мое предыдущее видео с распаковкой американской посылки, видели, что у меня уже две спектры было. И потом в какой-то из дней опять на Amazon они появились по изначальной цене $25. Я побежала, успела заказать, но там еще было долгое ожидание, больше месяца, что ли. И вот, они пришли. Я хочу одну распаковать себе в коллекцию, то есть одна у меня останется в коробке, другую я распакую. Две у меня еще остается на продажу, я хочу их выставить. Ну, спектры, кстати, все хорошие, у них получились в перевыпуске, все ровненькие, вот даже. У меня коробки такие. Ну, почти не мятые, кстати, да, отличные коробки, потертые блистеры, ну, это не так страшно, главное, коробочки в хорошем состоянии, ну, вот тут порвано, кстати, видела, господи, кому-то пришла Гуля просто вот в такой вот смятой упаковке, бедный человек, мне повезло, очень повезло, да. И последнее. Самое крутое, самое большое, вы уже видите. Я не ожидал, что это такая огромная коробка. Так, это можно уже убрать. Там уже кот сразу же. И это моя мечта. Это кресло Братц. Кресло-яйцо, оно такое гигантское, я вообще не ожидала. Какое оно крутое. Это репродукция, тоже можно сказать, кресло из 2000-х. О, тут вот так оказывается. Вот здесь на фотографии как раз-таки Дана сидит из перевыпуска. Дана и Фиана. Тоже таких они новых куколок взяли. А внутри сидит Джейд, моя любимка, обожаю персонажа Джейд. И оно называется Retro Swing Chair. Вообще на него не было скидок на Amazon. Что-то оно как стоило, сколько-то там... 30, что ли, долларов? Я сейчас даже посмотрю. Да, $35 оно до сих пор стоит. Я его купила, ну, не особо со скидкой, $34 оно мне вышло. И вообще у какого-то левого продавца, не у самого Amazon, какое-то прям такое востребованное кресло, и скидок на него вообще нет. Очень удивительно, потому что я ждала-ждала скидки эти, ждала, не дождалась, и в итоге я испугалась, что тупо его больше не будет, оно закончится, и все, и я его не куплю. В России его вообще нет, его не завозили, к сожалению. Было оно на Авито пару раз. На Озоне оно было за 6, что ли, тысяч. Короче, дорого. И решила все-таки брать. Пофигу. Заплачу я эти $34. Еще за доставку. Оно такое гигантское оказалось. Я вообще не ожидала. Но я очень счастлива, что оно у меня. Что я его не упустила, в отличие от Фелиши. Распакуем с вами... Или на стриме, или в отдельном обзоре. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам будет интереснее. А, оно великолепно. Ну, в ближайшее время надо его распаковывать. И видите, там помимо кресла идет такая еще мягкая табуреточка для ног. Вообще круто, супер круто. И там любые куклы выглядят шикарно. Братц, Барби, Интегрити, короче, все. Да, оно такого универсального большого размера. А, не терпится уже открыть. Надеюсь, вы за меня рады, потому что это тоже такая давняя хотелка. Когда оно вышло? Ну, может, год назад. Я с самого начала его хотела. И вот,
Наконец-то! И вот такая вот последняя посылочка из Америки у меня получилась. Я не знаю, буду ли я еще в ближайшее время что-то заказывать, вот такое вот разноперое, потому что я жду сейчас Integrity Toys, тоже с Боксбери. Но там из-за того, что пошлинный порог, то есть одна Integrity Toys $175, и там особо ничего не добавишь в эту посылку, чтобы она там за 200 не перевалила. Поэтому буду, наверное, по одной кукле отправлять с Integrity. Да и вообще, в последнее время я очень сильно потратилась на Integrity. Кстати, сейчас, в ближайшее время, мне придет посылочка от посредника, тоже достаточно большая, и также будет видео. Вот. Все. На этом будем заканчивать. Напишите, как вам видео, что из этого вам понравилось больше всего. На кресло делать отдельный обзор, либо вместе откроем на стриме. Надеюсь, вам это видео было интересно. Жду ваши лайки. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, если еще не подписаны. Там много всего интересного. Жду вас на своем бусте, где вы можете выиграть новых куколок. И спасибо вам большое за внимание. И всем пока!